это энергия. И еда — это энергия. Я никогда не брал в долг. Никогда не брал в долг. год. Я после второго курса совершенно свободным человеком приезжаю в город на Неве. Улица Нарвская, гостиница «Юность», почти центр. Нет горячей воды. Много первокурсниц. Я совершенно свободный человек. Прихожу к ним в номер, а они взяли книжку «Карлсон». Никогда не брал. Мы читаем по ролям. «Скорее в спальню!» — кричал Фрекенбок, таща малыша за собой. Никогда не брал в долг. Я, конечно, был Карлсоном. «Спокойствие, только спокойствие!» Никогда не брал в долг. Им нравилось, а мне нравилось, что у них есть. Чего у них только не было. Никогда не брал в долг. Колбасная нарезка, сырная нарезка, пирожные, сыр куском. Никогда не брал в долг. Вафли, сок, газировка, алкоголь для слабаков, алкоголь для дураков. Денег у меня, в общем-то, тоже не было, у них были, но мне было стыдно брать в долг. Я никогда не брал в долг. Никогда не брал в долг. Но мне всегда было приятно спросить, попросить. Дай укусить. Дай укусить. Дай укусить.